что это было? Фейерверк. Не, братан, это не фейерверк. А вот 4 августа на 8-м фестивале фейерверков «Звездопад» будет на что посмотреть и что послушать, ведь там выступит группа «Все сложно». Это моя осень, повсюду листья, меня уносит в твоих теплых объятиях. Если кто спросит, настроение. 4 августа. Аэродром Южный. 8-й международный фестиваль фейерверков «Звездопад». Продажа билетов в салонах «Евросеть». Подробнее на сайте www.zvezdopad.su.